Доброе утро, добрый день. Ох, какой же я все-таки красавчик. Люблю смотреть на эту фоточку. О, что-то я проголодался. Как там у нас дела за окном? Чудный день. Не понял, а что, уже вечер? Ничего себе, я сплю. Так, кто это мне здесь написал? Ты подросток. Спасибо, Кэп, спасибо, я как бы знаю, что я подросток. А что, реально я подросток? Ну ладно, это не важно. Так, исследуем наш новенький домик. Да-да-да, дело в том, что я переехал недавно. Может быть, я даже переезжал во сне. Так, вот этот боулинг я шарик возьму. Мало ли пригодится, хотя нет, не буду брать. Текс, картина. Тихо-тихо-тихо-тихо, не стучи. А то и так голова болит, только проснулся. Тек, я думаю, что за этой картиной что-нибудь есть. Сейчас проверим. Хлыбыщ! Нет, ничего нет, надо цветы обратно поставить, а то мама по жопе надает. Вот так вот, ничего и не было. Блин, я только сейчас заметил, что на этой картине яблоко повесилось. Ужас, ужас. Так, идем дальше, что у нас тут? О, видак с кассетами, что я там люблю посмотреть, ну-ка. Так, я там люблю посмотреть. Туби, таби, дейн. Как это, туби или таби? Тубай, тубай. Дейн, зэ сид, бу-да-ба-да-бду, хоу-хоу. Си-ба-да-бду-бу-да-бдам-дам-дам-дам-дам-дам. Ну, в общем, какую-то ерунду вину я смотрю. Ух ты, какой интересный огонь. Так, телевизор, иди сюда. Надо подбрось. Блин. Ой. Так вот, фонарик надо забрать. Тихо-тихо-тихо. Телевизор, что ты натворил? Ты разбил окно. Меня предки же убьют за это, поэтому тебя надо сжечь. Все, гори. Гори. Оу, ужас. Такой свет, как в фильмах ужасов. Надо выключить, все. Кухонька, кухонька. Что это, мои хлопья тут валяются, я не понял. Надо обратно поставить. Кухонька, Ничего же себе, сколько тарелок. Это что, для сестры, для бразер? Да уж. Маман с папан постарались. Так, ну наконец нормальный туалет. Зубочистилка, вот она. Ну это, лицо-умывалка и зубочистилка в одном флаконе. Так, трубы есть, хорошо, вода, значит, сливается. Унитаз сломался, не спускает. Беда. Душ? Душ работает, отлично. Помою свои подмыхи потные. Так, так, отлично, все. Выхожу на... О, ключи есть! Ключи взять не могу. Походу, батя приклеил, чтобы я их не потерял. Ладно, выхожу. Отлично, у соседа новый домик. Точнее, это мы же в новое место переехали, это новые соседи. Крутые тачки гонять, слушай. Ну, я так думаю, что новые соседи, а может быть это наш сосед на новое место вместе с нами переехал. Короче, у меня сейчас в голове какая-то бурда, но... Короче, кто их знает, пойдем посмотрим, что там. Дорога, огонь. Такое ощущение, что что-то размазали по асфальту. Так, так, ну-ка, проверим. Воу, нифига себе, как она меня протащила. О, да, как они далеко возят-то. Офигенные тачки. Так, ладно, пойдем глянь. Опачки, вон сосед. Сосед. Пойдем сюда, в декорации зайдем. Вот так вот беспалевно пробежим. Отключим свет нафиг, по стариночке. Ага, сосед там уже. Ага, какого? Кто это мне отключил свет? А это не я, меня здесь нету. Ух ты, какая штука, давай запустим. Ой, ядрен батон. Ты чё, ты за нами переехал? Вот от нежданчик. Все, ушел соседушка. Пойду на спутниковую антенну посмотрю. Прикупил себе сосед спутниковую антенну. Прикол. Какая она мудреная. Слушай, там походу связь с НЛОшками. Я так и знал, что этот сосед это инопланетянин. Он по-любому им там информацию какую-то передает. Это шпион. Это шпион тут местный. Так. Ага, это я включил. Походу я спалился. Да ё-моё, помидорами-то за что кидаться-то? Шпион! Чё, на чём мы там остановились-то? А, точно, вот эту штуку запустить я же хотел. Так, залезем сюда без палева. Чё это за ерундовина? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Спрятались, ползём отсюда нафиг. Нам проблемки не нужны. О-о-о, прикольная штука, это типа, это... Какой-то генератор, что ли?
Похож на генератор, да. Давай нажмем ручечку. Не сработало. Значит, не хочешь работать, да? Ладно, ладно. Пойдем, обойдем вокруг. Воу, лесопед! Нифига, обломись, не могу в него сесть. Точнее, на него сесть не могу, только вот так вот. Дрон-дон-дон. Дон-дон-дон-дон-дон. И фонариком вот так вот. Воу-воу-воу-воу-воу. И солнце слепит мне в глаза. И значит, будет сейчас беда. Потому что слепые не гоняют на лесопеде. Ну да, логично. Слепой же не может на лесопеде гонять. А если тебя солнце посветило, значит, ты ослепнешь. Короче, все логично. О, погоди, у меня тоже дома спутниковая антенна есть. Нифига себе, это что, получается, тоже инопланетянин? Офигеть. Нужно разобраться. Секретный материал начинается, господа. Так, идем сюда. Еще разочек хочу. Блин, зачем я выкинул-то, блин, фонарик вот так. Так, рубильник, зачем ты тут? Воткну рубильник. Рубильник идет вон к тому генератору. Я понял. Залазим. Втыкаем кнопочку. Заработало. Что у нас здесь? Воу-воу-воу! Тихо! Кто у нас? У нас кто-то погиб! У нас кто-то откинулся, походу колесо! Это же сердцебиение проверяет вот этот вот монитор. Оно было подключено к колесу. А вообще, к чему оно подключено, если серьезно? Короче, у нашего колеса остановилось сердце. Хотя... Ба! Что я несу? Чё тут у нас, кнопочки какие-то есть? Нажать ничего не могу. Тут идут провода, а это значит, что нужно здесь нажать рубильник. Тут даже табуреточка стоит для меня. Нажимаем. Ого, что-то запустилось. Пойдем теперь попробуем генератор запустить. Генератор. Кстати, подожди-ка, я хочу еще посмотреть кое-что. Опачки, туда мне не пройти. Надо как-то решеточку открыть. А что у него в комнате интересненького? В комнате телек работает, электричество не экономит. Вырубим ему. Тут у нас... Сумочка, женская сумочка. Оу, сосед, я не знал, что у тебя, ну, склонности к женским сумочкам. Надо избавиться от этого. Куда бы затолкать? Ой-ой-ой-ой-ой, что-то я не то сделал. Ладно, все, выходим, валим отсюда. Бинокль пригодится. Буду смотреть. За входной дверью. Че ее выкинул-то? Пока никого нет, чисто. Можно идти. Проходим. Red Card 52. Ёдра... Блин! Зачитался немного. Ну-ка. Ты глянь, какая там дверь. Это навороченная. Это, по-моему, современная какая-то новая. Соседа вроде не видно. Пойдем-ка быстренько туда забежим. Глянем. Что там за дверь-то такая крутая? Тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Да твою ж, блин, а! Видал, да, сосед, какая тачка проехала? Я тоже себе такую купить хочу. Ты куда пошел-то, а? Тихо-тихо-тихо. Здесь запретная зона. Ты ко мне домой, что ли, предкам пошел жаловаться моим? А, типа мы квартирами поменялись, да? Ну ладно, да... Ты прикинь, в мой дом зашел, двери закрыл. Ну ладно, сиди, я пошел в твой дом. Все, давай, пока! Блин, смотри-ка, побежал. Видимо, у меня дома не понравилось. А, я же понял, в чем дело. Я ж там это... чай месяц не менял, походу чайку попил, траванулся. Вот и побежал домой скорее обратно, в туалет. Смотри-ка, что сосед замутил, а? Дверцу открытенькой оставил и капканчик поставил. Ой-ё, забыл. Получил себе по лбу своей же кастрюли. Ха. Я, в общем, вернулся к этому генератору. Сейчас попробую запустить. Опачки. Еее, запустился. Ништяк. Бежим сюда. Опа. Так, что мне еще нужно? Что еще? Что я забыл? Точно, рубильник. Походу, я забыл рубильник нажать. Хотя нет. Точно, смотри-ка, сработало. Так, сосед сейчас куда-то должен выбежать. Пофиг, пошли быстренько наверх. Так, наверху ништяк. Здорово, манекен. Че там высматриваешь? Оп-оп-оп-оп, тихо-тихо-тихо, это не я, если что. Так. Комнату сделал Original User 11. Спасибо тебе за эту комнату, но она похожа на такую же, как и в оригинальной версии. Только за исключением того, что ты тут все убрал. Вероятно всего, за картиной что-то спрятано. Ну-ка. Ну да, как и в оригинальной версии. Залази. Могу пролезть.
Да что ж такое-то? И здесь пролезть не могу. Подстава. Да. Писали мне в комментариях: худей, худей, товарищ. А то вообще уже никуда не пролазишь. А знаешь что? А там же вон рубильник. Так, чем бы его? Картиночкой сейчас зашвырнем. Надеюсь, прокатит. О, какой я корявый. Давай-ка усы кинем. Пониже чуть-чуть. Да что такое-то, а? Яблоко, иди сюда. Сейчас все картины туда запульну, блин. Так вот. О, да, ништяк. Заходим. Закрываем дверцу. Так, я здесь видел где-то ключ. Вот он, ключик лежит от машины. Возьмем. В эту дверь я не пройду пока. Нужно найти ключик, а ключик, вероятнее всего, может быть спрятан в машине. Пойдем, блин, картина, что ты меня пугаешь? Пойдем-ка посмотрим, что в машине. Да что ж такое-то, манекен, ты меня извини. Под руку просто попал. Как меня солнце-то слепит. Ух ты ж, ё-моё, ты там хорош двери-то выбивать. Ай, валим. Быстрее, давай-ка. Открываем. Что-то не открывается, нифига. Тихо, сосед, я просто закрыл замок у твоей машины. Я ничего там не делал. Поверил, кажется. Ты тихо, ты не видишь, тут дети дорогу перебегают. Кажется, я ее открыл. Да, открыл. О, лом. Так, а лом мне для чего нужен? А, вспомнил. Это же... Ай, моя дырявая голова. Это же вот здесь нужно доски-то убирать. У новой двери. Вон ту досочку надо будет оторвать. Вот сейчас мы этим и займемся. Пойдем. Сейчас тихонечко туда прокрадемся. Вот так вот. Уберем оттуда стульчик нафиг. Да включись-то уже. Телевизор. Ой-ой-ой-ой, полево. Оказывается, сосед в туалете сидел. А я не слышал. Вот она эта дверца. Ну-ка, ломик. Отличненько. Осталось только карточку найти и ключик от этого замка. Так, а тут еще один проводок идет. Ну-ка, куда он ведет? Воу, ничего себе! Че я нашел-то? Вот это я долго ждал. А для чего мне это нужно? Да, в принципе, не для чего. Только если по окнам стрелять. Мне кажется, что я там кое-что видел. Ну-ка, полезли. Опа. Да ты прикинь, ну, сосед, а? Ты посмотришь на него. Как мышонок спрятал наверху шкафчика ключик. Хопана, есть, забираем. За мной гонится сосед. Я от него убегаю. Надеюсь, у меня получится закрыть. Фу, успел. Ха-ха-ха. Теперь-то он за мной точно не погонится. Ну давай, там у тебя решетка. Фиг ты пролезешь. Трам-пам-пам, зоопарк. Где там этот красный ключик? Опа-на! Ну что, что там у нас за дверью? Воу! Неудивительно, да? Снова детская комната. Ну, а что еще здесь можно было увидеть? В принципе, тут все пусто. Есть рычажок. Ну, давай откроем его. Открылась какая-то дверца. Сейчас пойдем на улицу, посмотрим, что за дверца открылась. Ага! Вон оно что! Ну, полезли наверх. Наконец-то! Ва-ва-ва, как ты скрипишь. Тише, не пугай меня так. Так, красная лампочка. Ну нет, замок. Блин, ненавижу замки. Где же тогда может быть еще ключик? А, во, смотри-ка, здесь у нас какой-то проход. Вон оно что. Ну, это легко. Поднимаемся наверх. Ну-кась. Подходит. Что так темно-то? Можно свет включить? Свет не работает. Или я его выключил? Ага. А что-то ничего не изменилось. Есть. Господи, как он пердит, шумит, скрипит. Есть семечко. Семечку. Сейчас ключик здесь оставлю. Возьму семечку. Поднимусь наверх. Ой, чем выше, тем скрипучий дом. Рубильничек. Отлично, люблю рубильники. Красный ключ снова нужен. Так, а этот подойдет, интересно, или нет, который я нашел? А, здесь оранжевый ключ.
Я понял. А вон, кстати, и дверцы открылись. А ну-ка, пойдем туда. Хопана! Как круто кататься по черепице. О, тут дверей нету. Что-то как-то дом очень сильно подозрительно скрипит. Тихо, ты только тут не рухни. Рубильника здесь ничего нету. О, какие здесь дыры-то. В общем, я понял. Я хватаю ключик и бегу отсюда. Опа. Все, пошли. Опа. Беспалевно. Так, теперь нужно карточку найти. Подстав. Ну где же этот оранжевый ключик? Где же его найти-то, блин? Погоди-ка. А что это тут за дощечка торчащая? Ну-ка, давай-ка. Опа. О-о-о. Да походу здесь секреточкой пахнет. Ну-ка. Все элементарно просто, Ватсон. Берем ключ, а места нет. Ну, я даже не знаю, что выкинуть. Выкину лом. Вон туда. Берем ключик. Все, валим отсюда. А то сейчас дом рухнет. Скрипит-то ужаса. Страшно. Опа. Ну-ка. Давай, карточка, я надеюсь, ты тут. Ё-моё. Офигеть. Хэппи бёздой. Здравствуйте. Это наш милый гость и манекены. А где здесь карточка? Карточка, где ж ты можешь быть-то? Машину открыть не могу. Кар, что-то там написано. Кар Рипс. Ха, типа машина, все, больше не заводится. Опа, вот и карточка. Ключик я, наверное, здесь оставлю. Этот ключик тоже здесь. Берем карточку. О, тортик, это, наверное, мне. Последний остался, да? Вот же ж, ну как так? Злыдень, не пищу, Кась, ты. Не дают даже кусочек тортика взять. Эх, ладно, все, валим, надо открывать подвал. Ну что, торжественный момент. Ввожу карточку. Ой, палево, блин. Ну же. Фух. О-о-о. Куда это я спустился-то нафиг? Твою ж налево, так как тут стрёмно, темно. Так, фонарик вижу. Ключик. Это хорошо, что тут ключик висит. Телек. Выключись! Не шуми! Не могу выключить. Блин. Как-то здесь совсем стремновато. О-о-о, что это такое белое было? Аж мурашки по коже пошли. Капец. Опять промелькнуло. Как-то здесь очень стрёмненько. Где там этот ключик? Никого. Походу я здесь один. Где фонарик-то? Так, две двери. Ну, пойдем сюда. Закрыто. Ё-моё. О-о-о-о-о-о. Что-то мне здесь совсем не нравится. Больничные койки в подвале. Какая-то красная ерундовина крутится. Бойлер шумит. Фух. Что-то нервы сдают. Надо валерьяночки будет сегодня попить. Ага. Все, вижу выход. Правда, эксит-то не нарисовано здесь. Вы что, издеваетесь? Это же просто коробка. Там нет ни окон, ни прохода, ничего. А вдруг это... Ну ладно, рискну. Вай. О, прикольно. Во весь рост моя картинка. Похоже на мой смутный сон. Очень похоже, но это не сон. Да не, по-любому это сон. Не, ну, сосед такой огромный, да ну нафиг. Опять, снова все это повторяется. Мда, ну и домик на четырех ножках. Че у нас там сзади куча коробок? О, переключатель. Ну-ка, сейчас мы по нему шлепнем. Есть, активировал. Такое ощущение, что я в каком-то городе. И сейчас очень-очень повышенная туманность. Сосед, ты меня видишь? А слышишь? Нет, я слишком маленький. Для него мой голосок просто как ветерок. Так, чуть за рубильник такой огромный. Воп,
Нажал. Что-то должно было произойти. Пойду-ка я в город. Гляну, что там у нас. Обломался я. В город не пройти. Невидимая стенка. Тогда пойду в другую сторону. Смотри-ка. Там дверь. Открыто. Походу, мне точно сюда. Какая огромная стенка. Ну-ка. Блин, ну... Еще одна дверь какая-то стрёмная. Ладно, зайду. Оп. И все. Я прошел эту карту. Ура! Наконец-то. Сосед? Привет. Чего такой печальный? Да хорош пыхтеть. О, это же я, мелкий. Ну, я и стрёмный. Сосед получше будет. О, Маффан. Давай включим. Релакс, все дела. Мы же все-таки прошли эту карту. О, а тут у нас эти чуваки, которые делали эту карту. Сразу тебе хочу сказать, что это мод. Это не оригинальная карта. Ее создавали вот эти вот ребята, за что им спасибо. Карточка получилась прикольная. Если тебе понравился этот мод, то напиши по этому поводу что-нибудь в комментариях, поставь лайкосик и не забудь подписаться, если ты еще не подписан. Всем спасибо за просмотр, удачи и до нового видосика. Пока!